шоу контент «Сдохни или умри». И мы находимся рядом с дикой рекой. И сейчас нам нужно перебраться на другой берег. Казалось бы, можно переплыть реку вплавь, но здесь находятся пираньи. А остаться с ними очень даже не очень. Итак, я нашел поваленное дерево. Я воспользуюсь старой методикой капитана Флинта, который залез на дерево, глотал пули и вплюл пиратов. Ну что ж. И вот мы на дереве. Но у меня нет шестолюбого лысёвки. Придется пройтись так. Ну что ж, мы на другом берегу. И сейчас нужно обустроиться. И вот, мы нашли пещеру. И здесь довольно сухо. Хотя можно и устроить сухую уборку. Итак, мы нашли кое-какой хвост. И сейчас зажжем костер. У нас есть коробок спичек. И вот, у нас есть костер. Всем спасибо за внимание. Это была программа «Сдохни или умри».